Всем привет, тебе Кастраш, новый ролик хилспамы в Вилахаре. Покажу, сколько максимум там опыта можно брать вообще в целом. И сейчас покажу, как нам одеться против хилов. Итак, маг 420, мэджик 105 родной. Ну, можете ниже, конечно, ходить. Да, конечно, можете. Берем 2 рвансет, что в сумме дает нам 5% физдефа. Роял робот, так как хилы бьют в основном огнем. Книжка тоже дает фаер деф. В итоге с броней это примерно 10% от фаера. Итак, дальше что у нас? Ну, 10% здесь. Значит, призматик, амулет. Обязательно, да. И колечко призматик. Тоже дает физдеф. В итоге общей сложности у нас получается около 25%. И для магов такой небольшой гайдик. Это носить книжку вместо щита и тупо баланс мечом закрывать себе весь деф. То есть вы в моде full деф, меч дает нам 38 дефа, то есть даже на единицу больше, чем щит найтмаровский. Но при этом от книжки вы получаете 4 мэджика, не теряя в дефе. Так, софты. Паровой амулет не буду брать, призматик вполне хватит там, так как мы бегать будем, в основном удары будут приходиться из 10, где-то 1-2, но поэтому паровой не нужен. Да и мало дает, так, хавки купить, браво мушру. Думаю, столько хватит. Так, ну в принципе, затарились, руна мана есть. Сейчас дорогу немножко снимем. Хватит. Там в основном на хилов это аваланчи. Это СД против плагов. Итак, хилов мы одеваем против мейла деф и фаербомбы, это вот бук и скейл. От плага то же самое, по сути, главное не попадаться под Poison Wave, желательно в диагонали стоять. Итак, мы начали. Поначалу наверху с этой стороны 6 хилов. И вот мы одного не успел взять, или просто убили до меня. Стараемся бегать по кругу от них. Грозеры, смотрите, аккуратнее могут заблочить, но, в принципе, раз-два убьете. И вот таким вот образом всю эту пачечку фигачим. Увешечка. Отлично вошла. Добиваем последних. И еще три, по-моему, да, три. Респятся наверху. Сейчас залутим этих. Ну да, как и говорил, здесь наверху три. Опять же, грозеры, все это быстро убивается. Здесь также можно либо вот в кусты слева встать и задефать себя травой друидовской, либо также вокруг камня вот этого бегать, чтобы они не блочили вас, под ноги не лезут, как говорится. Ну, прям вокруг этого куста, вот, вот здесь возле камня. Добиваем, ну, что по луту сказать. Лут по-разному, можно 2-3 круга пройти и вообще ничего не собрать. А можно 2-3 круга пройти и вытащить 2 сотни. Всякое бывало раньше, когда с кнайтами хантились. Тут
очень-очень много лута было. Мы вытаскивали очень много. И с Кнайтом максимум 1K в час. В данном видео у меня получилось около 850. Но я тупо на аваланчах практически УЕ не рисовал. Буквально там, может быть, в паре случаев, когда много их было. Если маленький уровень, советую не брать на себя много. 4 вам вполне будет достаточно. Если с кнайтом, то по 8 это минимум. Цепляйте, ну, как минимум, 9 на вас не переключался. Всякие дефплейсы выучите здесь, и все будет ништяк. Меж кустов вставать с друидом для того, чтобы задефать себя. Кнайт 8 держит, вы просто по аваланчам херачите и рисуете силу. Благо не вставайте на линию, очень сильно бьет. Но так как у меня шутинг большой, я в принципе не ощущается это на мне. Ну и основная стратегия, то есть если вы соло, это бегать от плага, либо дефать себя и добивать. Все так ставите, да, и ебашите. Будет сказываться это на экспе. Старайтесь брать верх и низ, и в совокупе будете получать 1 кк. Вот я чуть позже покажу, сколько экспе в час берется. В данном случае у меня было 850, но когда наверху ребят начали хантиться, у меня где-то до 680 свалилось на соло.
ну ладно, зажался в себя. Ну, бывает. Больше 1 миллиона нереально брать. Как только не пробовал, ну никак. Потому что респ потом уменьшается, и вы в итоге приходите, а хил вообще нет, потому что вы просто тупо опережаете респ. Ну и сейчас на выход и покажу, как я убиваю Жагернаута. Много не смейтесь. Соответственно, что у нас по луту получилось, сейчас покажу. Пару кнайтлексов, сапоги, все прочее. Ну и вот у Жагернаута, сейчас покажу, как я убиваю. Тысяча 300, ёпта. Твари вообще сильные, блин, вот сколько сюда хожу, до сих пор боюсь их. Прям до черна доводят уродца. Так, тактика на Джаггера. Сейчас здесь главное зачистить все, чтобы он тупо один, короче, против вас был. И, соответственно, у Тори Покс 2 Fire Elemental'а из D. Ну и смотрите за ХП. Учитывая призмат ринг, призмат амулет и 2 рвенсет, он, по сути, огромную часть будет дефать того, что вам Джаггер будет наносить, поэтому можете, в принципе, не переживать. Но мне Иксуры Гран хватает вполне. Вот он идет. Бегемота зацепил. Ну ладно. В общем, тут главное вырубить бегемота поначалу, лучше с дэшками. За ХП обязательно смотрите. Ну вот, Джаггер остается. У Тори Покс в него топ дэмэдж. И Fire Elemental'и делают свое дело. А мы тупо блокером выступаем в данном случае. Но, учитывая шилдинг и плюс еще сворд, который дает 38 дефа, в принципе, Джаггер просто стоит и ничего сделать не может. Ну, по крайней мере, я не увидел ни разу, чтобы было больше 500 хп и ДК. Максимум вообще Джаггера 900. Я где-то, ну, больше 600 точно не видел по себе. Может, и было, не заметил, но у меня Иксур Гран лечит на 750, поэтому не особо ничего. Джаггеров на себе дефал максимум 3, но больше это уже трэш вообще полный. Надо от них учесывать, сломя голову, они кастуют тоже бег, поэтому, в принципе, невозможно убежать от них.
Ну и вот как-то так. Бегемотик еще подрезаем. Тут максимум 3 жаггера появляется. Аккуратнее по времени следить, чтобы вас снизу еще один не заблочил. Потому что, ну, 2 это реально серьезно. 2 впишут комбо на пробивание брони. 3, если это вообще жесть, они там так херачить будут. Мало не покажется. Киляем бегов. И, соответственно, беру еще одного жаггера. Закрепить, так сказать, опыт. Вот. По косарику из Дивы вылетает с него, в принципе, нормально. Незатратно, и опыт нормально дают, и лут с него вагон всего сыпется, там разбирать заколебешься, что там вообще выпало с него. Потому что странно, хуешек не трогает, поэтому нормально. Опа, пламя. На этом все, это мой замечательный опыт блока жаггернаутов друидом. Всем пока, с вами был Тимика Страшен.